Выступления музыкантов, выставки, ярмарки и спектакли. В центре Звенигорода настоящий праздник. Целых два дня жителей и гостей города радовал Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». У нас сегодня такой большой фестиваль при поддержке гранта, президентского гранта культурных инициатив фонда. Поэтому здесь сегодня у нас большие мероприятия, которые включают и выставки, и спектакль, и концерты, большая музыкальная программа. В этом году Шихову исполняется 465 лет. Фестиваль приурочен к этой дате и проходит в Звенигороде впервые. Известные на всю страну кустарные промыслы и ремесло, которым занимались местные крестьяне, зародились здесь во второй четверти 19 века. Гитары, балалайки, домры, мандолины. 30 исторических музыкальных инструментов, начиная с 19 века по 1988 год, представили на выставке «Манежа». Эти предметы наглядно рассказывают обо всех этапах развития промысла в Звенигороде и его окрестностях. Существовало несколько деревень, в которых этот промысел существовал. И крестьяне звенигородские делали гитары и сбывали их в Москву на московские рынки. Позже, в годы после революции, эти крестьяне были объединены в артели, и еще позже эти артели преобразовались в фабрики. На данный момент в микрорайоне Шихова живут около 10 мастеров, которые продолжают изготавливать музыкальные инструменты высокого качества. Напомнить о древнем промысле, как о культурном наследии Звенигорода, стало основной целью фестиваля. Подробнее о достоянии шиховских мастеров вы узнаете в нашей программе «Специальный репортаж». Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».